Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и сегодня у нас будет обзорчик на комплект камер видеонаблюдения, купленный на AliExpress. Найдем плюсы и минусы, посмотрим, как это все работает. В общем, присаживайтесь поудобнее и поехали. В руках у нас комплект видеонаблюдения из Китая Movil's Guard Your Home. Посылка дошла ко мне за 8 дней, привез курьер. Хорошо упакована и доставлена в целостности и сохранности. За это продавцу огромный респект. У нас две коробки, сейчас посмотрим, что находится в каждой. Начинаем с той, которая побольше. Открываем, и в руки попадает регистратор, который можно легко подключить к интернету, и независимо от того, где вы находитесь, вы можете получить удаленный доступ к камерам видеонаблюдения, получить картинку, поставить прямую трансляцию и контролировать весь процесс. Имеется HDMI вход, что позволяет выводить картинку на компьютер, монитор или телевизор. Есть вход питания, два порта USB, ну и сам комплект имеет беспроводной NVR Wi-Fi диапазон, 50 метров беспроводной передачи. Камера видеонаблюдения Movil's имеет прочный алюминиевый корпус, так что вы можете свободно установить его на открытом воздухе, как в вашем гараже, на заднем дворе или где-нибудь еще. Они могут выдерживать суровые погодные условия, это включая дождь, град, снег, сильный мороз или тепло. Оснащены инфракрасной подсветкой, хорошая картинка в ночное время. В отдельной коробочке собраны все необходимые комплектующие. Вот, например, провод для подключения к Wi-Fi роутеру. То есть, подключив регистратор к интернету, вы сможете легко и быстро наблюдать со своих камер прямо с телефона или планшета. Также мышка для управления и настройки регистратора. Имеется 4 блока питания для каждой камеры. Отдельный блок питания для регистратора. Ну и у меня комплект видеонаблюдения взят сразу с жестким диском на 1 терабайт. И сейчас мы его быстро установим и подключим. Для этого откручиваем 4 винта. Устанавливаем жесткий диск. Кстати, все отверстия совпадают идеально, а в комплекте идут дополнительные 4 винта для крепления жесткого диска. Закручиваем винты, подключаем две клипсы, ставим крышку, фиксируем 4 винта и все готово. Камеру решил установить по мастерской, чтобы вам показать, как это все легко и просто. С помощью регулируемых винтов под шестигранник камеру можно выставить в любое направление. В комплекте также идет инструкция, в которой есть QR-код, и сканируя его, получаете сразу ссылку на прямое скачивание приложения для просмотра камер с удаленного доступа. Но я решил подключить регистратор к своему монитору через HDMI кабель. Зайдя в настройки регистратора, по умолчанию стоит язык китайский, но интуитивно понятно, куда нажимать, и можно сразу изменить на русский язык. Также сразу поставил максимальное Full HD качество. Камеры имеют обнаружение движения, то есть можно поставить в настройках режим тревога при движении. И как только камера поймает любое движение объекта, вам сразу на почту придет уведомление. А вот как камеры снимают в темное время суток. В моей мастерской нету окон, и если выключить свет, то будет полная тьма. Но камеры справляются с этой задачей на отлично. Такой комплект недорогой и идеально подойдет для дома или бизнеса. Обеспечивает хорошее Full HD качество, повышая эффективность и возможности мониторинга. Также в камерах есть встроенный микрофон, который обеспечивает вам мониторинг звука в реальном времени. В описании под роликом оставлю ссылку на этот комплект. Тем более, скоро у нас Черная пятница. Это 11 ноября. И именно в этот день появляются самые сочные цены на товары. Поэтому прямо сейчас уже закидывай в корзину годные девайсы. Ну и напиши в комментариях, что думаешь ты. Как тебе этот комплект? Лично мне он очень понравился. Поставьте лайк, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал. Всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока.